Оці красі мамо, здравствуй, тату, і
мечтах мені привітно, так щемить душа сама. Я ще літо, а батьки уже зима. Я ще літо, а батьки уже зима. Я побачу рідну хату, завеснію, наче цвіт. Здравствуй, мамо, здравствуй, тату і мого дитинства світ. Здравствуй, мамо, здравствуй, тату і мого дитинства світ. Немножко там это... Уже співай. Ой, ходила дівчина бережком, ой, ходила дівчина бережком, заганяла селезня батюшком, заганяла селезня батюшком. Іди селезню додому, іди селезню додому, продам тебе дідові старому, продам тебе дідові старому. За три копи селезня продала, за три копи селезня продала, а за копу дударика наняла. А за копу дударика наняла, заграй мені дударику на дуду, заграй мені дуду. Нехай же я своє горе забуду, нехай же я своє горе забуду. Ой, ходила дівчина бережком, ой, ходила дівчина бережком, заганяла селезня батюшком, заганяла селезня батюшком. Выпишите хозяина. Вот так хорошо, там нормально. Да двигайтесь сюда. Владимир Владимирович, Геннадий Васильевич, вы как гостеприимный хозяин, директор школы Николаевска в Волгоградской области, мне очень импонируют такие люди, что вы и человек искусства, и вы добрый человек. Вот вы приняли и нас здесь, в школе и так далее. Я имею тоже отношение к искусству, я музыкант. И хотел бы взять несколько слов от вас. Расскажите просто о своей школе. Сейчас вот, к сожалению, поздно, мы фасады не можем заснять. Но оригинальное здание. Расскажите, как о учениках, о учителях, что, чем занимаетесь? Ну, школа, Николаевская детская музыкальная школа была открыта в 1962 году. Сначала по классу фортепиано, баяна. Потихоньку стали детишки подходить. Когда-то мы начинали, где-то у нас было 45 человек. Вот. Ну, постепенно, с годами, стали появляться кадры музыкальные. Заканчивали Камышинское музыкальное училище, в основном училище искусств. И рос контингент педагогов, контингент учащихся школы. Вот. Прибавлялись со временем ученики, и сейчас мы имеем 250 учащихся.
детской музыкальной школы. И кроме этого еще два сельских филиала. Это Степновский и Николаевский. Степновки? Да, Степновки. И в Николаевском совхозе бывшем. Вот. И контингент 250 учащихся, как я уже сказал. У нас уже дети занимаются не только по классу фортепиано, баяна, но аккордеон здесь также ведут, домру, балалайку, духовые инструменты. Конечно, вот как домра, духовые инструменты, балалайка, желательно расширять, пропагандировать вот эти инструменты, русские инструменты, да, народные. Народные инструменты, их необходимо пропагандировать. Вот. И, конечно, здесь нужно нам усиливать занятия хоровым искусством. Нужно. Обязательно. Тут и с кадрами проблема была. Вот. Сейчас этот вопрос решается. Вот мы с Заводелом культуры как раз вот приезжали молодые специалисты, так называли их раньше, но только закончили Камышинское музыкальное училище. Сейчас решаем вопросы квартирные, и мы их приглашаем сюда. В Камышине музыкальное училище, да? Да, в Камышине уже училище искусства. Вот. И здесь у нас вот такие, я хочу сказать, хорошие кадры педагогических работников. Это, конечно, по классу фортепиано, такие как вот Дедюкина Татьяна Брониславовна, Штарина Галина Викторовна, Гудейменко Лариса Александровна. Вот у нас второй год работает Елисеева Людмила Васильевна. Вот. По классу баяна такие вот, уже проработавшие очень много, такие как Марченко Павел Иванович, это работник наш, давно работает, сейчас в филиале. Карбанов Александр Иванович, Анатолий Михайлович, Ерофеев. Андреевская Татьяна Федоровна, и по классу аккордеона Сироцкая Ирина Анатольевна, да. Кондратьев Александр Платонович. Понимаете, с этими людьми можно решать серьезные вопросы. Дети идут, дети хотят учиться. Вот где-то испытывают, говорят, а у нас все-таки конкурс есть, мы еще отбираем по конкурсу. Нам идут. И приходят даже те, которые у нас учились, приводят своих детей. Вот это уже показатель стабильности. Школа существует 32 года. Мы вот как приехали с женой, мы уже 30 лет проработали. Такие преподаватели, как Анатолий Михайлович и Татьяна Федоровна, они проработали 20 лет. Татьяна Брониславовна проработала 20 с лишним лет. Понимаете, в конкурсах участвуем. Вот у нас был областной конкурс педагогической работы, где преподаватели выступали с концертами. Весь коллектив участвовал. Все преподаватели музыкальной школы участвовали, дошли до города и там выступили достойно. А сейчас как? Сейчас каникулы. Нет, я имею в виду. Но так вы берете участие, скажем, в городских каких-то концертах и так далее. Да. Преподавателей. Ну, учащиеся, конечно, само собой участвуют, конечно, в концертах. Понятно. Здесь и «Фантазии 94», и отчетные концерты школы, концерты для родителей, для учащихся, для населения города. Принимаем участие в общих таких концертах района, городских мероприятиях различных. Не отказывай никому. Ну, это сам Бог приказал, это же вы же учитесь, и дети уже могут выступать, и специалисты. Ну, я Анатолия Михайловича знаю уже несколько лет, добрых несколько лет, что он все время выступает. Он, например, является аккомпаниатором ансамбля. Да, сегодня он тоже все это делал, ту работу, аккомпанировал и далее. Да. Понятно, это хорошо. Но таких много у вас, как Анатолий Михайлович, есть такие, что могут исполнять. Есть такие педагоги. Владеете инструментом. Да. Кстати, вот Анатолий Михайлович и Кондратьев Александр Платонович, они участвовали вот в областном конкурсе «Дуэт баянистов». Очень сильный дуэт баянистов. Да. Что играли? Они играли... Славянские переборы Кузнецова, Шалаевские, музыкальная картинка «В путь», вальс «Березка». У нас очень много репертуара шалаевского обработки. Это на дуэт? Да, на дуэт баянистов. И кроме того, квинтет, значит, аккомпанировал, я вот пел, а квинтет народных инструментов аккомпанировал русской народной песни. Вот «Мчится тройка почтовая», на выступали в городе. Возможности большие.
Мы не замыкаемся вот здесь, например, в коллективе. Зал у нас. Потому идут к вам, да. Геннадий Васильевич, потому идут к вам дети. Потому что видят, что пример, живой да. пример, правда, я так думаю. Начинали-то когда-то со старенькой школы, с бывшей милиции, а потом вот постепенно добивались, ходили, просили. Значит, и нам помог и композитор Свиридов, и Альберт Николаевич. Дарья Свиридов помог. Да, Орлов, вот, Осачий Валентин Васильевич. Вот эту школу выстроили в 1984 году. Понимаете, здесь оригинальное здание? Оригинальное здание. Оригинальное, конечно, оно требует поддержки, ремонта, ну, как любое учебное заведение. Вот, ну, оказывают нам помощь в этом, вот, и Николай Михайлович Андреевский, зав. Отделом культуры, вот, и сейчас у нас тоже есть свои проблемы с ремонтом, не отказывают. И мы надеемся, что так и будет. У нас очень хороший зал, мы посмотрим его. Хай він скаже, що він тебе приймає. Не каже, що ти в мене. Це було вибрати. А як же ви не стали заслуженим діячем України? Треба щось зробити. Знаєте, Львів? В августі маєте їх люди. І я хватив оцю пісню. Там стільки нових українських пісень вони співали. Я взяв цю. Того часу не маю покою, бо за мною хлопці чередою. А я черняла хорнаку, черняла рибів не збирала з козаку. Юра, отак. Ріднесенький дядянька. Прямо перед тобою каюсь, не знаю, хоч падай тут на платформі перед вагоном, не знаю, перед поїздом чи перед чим. Пішла в рознос, тебе чортового нема, розстроїли до ужасів. Ну, в общем, все, матянька. Прощай. Що, я винувата? Що ти мене покинув? Не винувата. Не винувата зовсім. Пишем, я вже пишу. Все, пишу.
гарно в такому, таким, так би ніби, привітом. Піано. Пишемо, так? Пані, я вже. Швидко, прошу, але не голосно.
і до кінця швидко.